Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И мы продолжаем играть в игру Slime Rancher. Ну, сегодня у меня в планах посетить лабораторию, постараться в ней разобраться, потом побегать по новой локации, изучить ее поконкретней, ну и посмотреть, что это за дверь в конце, или телепорт. Генератор плортов. И что же это за достижение? Продай 2500 плортов на плорт-маркете. Ну ничего себе, уже столько продал. Но плортов с Ларго я достаточно много получаю в последнее время. Они даже не помещаются в мой плортосборник. Думаю потратить немножко времени на базе. Ой, тихо. Первый раз такое, что загрузка цен. Никогда до этого не видел. Хочу посмотреть, что я еще могу улучшить на базе из украшений. И после этого хочу поискать Горда на новой локации. Так, что же тут интересного есть? Премиальный клуб, магазин слайм игрушек. 4000. Пожалуй, купим. 4500 новые цвета. Так, подожди-ка, что за почта? Корпорация 7Z. Прибор для усовершенствования слаймов теперь со скидками. Ладно, пускай будет. Мне кажется, от игрушек они дают больше плортов. Так, и где же он? А, вот же он. Ничего себе. И что для тебя нужно? А, он стоит денег. Пляжный мячик. Так, пляжный мячик у нас для розовых слаймов. Большой камень у нас для скалистых слаймов. Клубок у нас для миуровых слаймов. Ночник у нас для фосфорных слаймов. Энергоустановка у нас для радиоактивных слаймов. Мяч-бомба для бобах слаймов. Шумная пчела? Ничего себе. Ну это для медовых слаймов. Ну и резиновая уточка. Никакой политики, это для лужа слаймов. Пожалуй, возьму и мячик. Поставлю этим ребятам. Так, где у нас розовые? Держите. Теперь у вас целых две игрушки. Так, здесь у нас скалистые и медовые. Скалистые и медовые у нас любят скалистый большой камень. Ого, какая глыба. Он тяжелый. Ну-ка, иди на базу. И они у нас любят пчелку. Пожалуй, возьмем с собой. Так, еще у нас есть радиоактивные миуровые. У них клубок есть. И можно что-то радиоактивное поставить. Энергоустановка. Держите, котята, теперь вам будет еще веселее. Так, еще у нас есть кристальные и бабах слаймы. Бабах слаймам нужна бомба. Ну а кристальным пока нечего поставить. Ну тогда возьмем бомбочку. Ой, ты не взорвешься у меня в руках. Так, а у меня еще есть медовые и... И я не помню, с кем я их комбинировал, поэтому пойдемте посмотрим. Ага, они у меня с хищными Ларго. Блин, ребята проголодались, надо им что-то подкормить. Ну-ка идите сюда. Все рассыпал, блин. Я уже отвык немного от этой игры. Они едят фрукты и едят мясо. Но мяса у меня нет, ребята. Так что играйте и кушайте то, что дают. Так, а еще у меня появились новые квантовые слаймы. Они любят лимоны. Но лимоны находятся на новой локации. Так что, пожалуй, я начну поиски лимонов в новой локации. Ну и сразу начну заниматься Гордо. Надо еще подумать, с кем их скрестить. Так, а на новой локации, по-моему, у нас никаких новых слаймов, кроме квантовых. Надо будет посмотреть поконкретнее, потому что мне же их надо скрестить с кем-нибудь. Неужели опять с медовыми придется? А, нет, блин, это не золотой, это квантовый. Я уже обрадовался. Так, а это случаем не лимонное дерево? Как его активировать? Что это за огромный миуровый кристальный Ларго? Прикольно. Открываем и пойдем изучать новую локацию. Я думаю, я что-то уже успел упустить в этой локации. Так, это у нас дверь. Здесь, насколько я понимаю, огромный большой зал, из которого можно попасть в разные места, в несколько разных мест. А что это за труба такая интересная? И здесь получается несколько этажей. Я немножко заблудился в тот раз, но думаю, сегодня мы разберемся, где что находится. Давайте начнем, наверное, с самых нижних этажей. Так, ну здесь, в принципе, ничего интересного, кроме слаймов и Ларго. Ну, слаймов я уже набрал себе. Так, здесь даже нажать не на что. А еще здесь есть дверь направо, которая открывается, видимо, где-то с той стороны. И здесь есть проход налево. Так, я пока немножко запутался, но не буду сильно забегать вперед, пока осмотрю все, что открыто. Так, почему с этого дерева не падает ни одного лимона? Мне нужны лимоны, друзья. Так, ну давайте попробуем открыть сначала ту дверь и эту.
ты у нас добрый? По-моему, добрый. Блин, это же квантовые ларги, которые тоже где-то есть, но проецируют себя. То есть они как бы есть, но как бы их нет. Типа ларга Шрёдингера, что ли. В общем, прикольные слаймы, мне понравились. Так, здесь у нас водные слаймы. Наверное, начну с этой стороны, которая ближе к выходу. Письмо от Кейси. Что ж, Кейси, ты подождешь немного, потому что мне нужны лимоны. Так, квантовые плорты мне пригодятся. Не знаю зачем, но пусть будут. Так, что у нас тут наверху? Здесь я, по-моему, даже и не был. Так, еще один переключатель. Ага, это просто трубы. Прикольно. Ничего особенного. Так, прежде чем переключать, пожалуй, осмотрюсь еще немного. Смотри-ка, отсюда можно долететь до того острова. А здесь есть что-нибудь наверху? Ну-ка, мое любопытство меня куда-то приведет. Я прям так и чувствую. Хотя, наверное, я зря любопытствую. Тут ничего интересного нету. Так, по этим ступенькам я тогда дошел до выхода, до телепорта. Можно, в принципе, проскакать, посмотреть, что тут интересного есть, потом спуститься вниз. Так, а это верхний этаж. Пожалуй, сначала осмотрю то, что открыто, а потом пооткрываю все остальное и посмотрю, что еще есть. Так, я уже достаточно далеко дошел, в принципе, до телепорта практически, так что, наверное, стоит все-таки немножко вернуться, полазить здесь. Может быть, здесь что-то интересное есть? Курешки? Курешки мне не интересные. Давайте посмотрим по низам. Так, там наверняка ничего интересного нет. Я бы увидел. Может быть, что-то наверху здесь есть? Так, там ничего интересного. Так, а что у нас тут? Ничего? Нет, сокровищница. Только эти сокровищницы абсолютно бесполезны пока что. Я так полагаю, пока. Пока я не понимаю, что с ними делать. Так, еще один ящик, в котором нифига нету, кроме монет. Блин, это задание постоянно висит. Найти залежи, чего? Так, а куда я залез? Это тоже выход к телепорту? Или, блин, тут столько ходов, я не понимаю, куда заходить, куда лезть, куда бежать в первую очередь. Я уже заблудился. О, а там, по-моему, гордо есть. Что ж, надо запомнить. И, по-моему, он огненный. А огненный едет мясо. Так что будем собирать мясо по дороге. Блин, а где найти лимоны? О, так я был здесь, только внизу. Да, это выход, получается, с той стороны. Я с той стороны был. А что у нас здесь? Интересно. Подожди, так это просто выход на эту сторону? Блин. Тут что, была дверь? Как все запутано, елки, друзья. Надо разбираться. Блин, и ни одного лимона. На самом деле, почему их нету нигде? Так, тут какая-то площадка. И спуск вниз. Ах, да, тут же лужа плорта, это я помню. Блин, мне кажется, я уже зашел опять слишком далеко. Ну, здесь я изучил, в принципе, все, что хотел. Так, а вот дорога к городу, к новому. Так, курешка. Ну, курешек мы будем собирать по дороге. Потому что этот гордо лопает только курешек. Ну, то есть мясо. Эй, а как тебе попасть-то? Этот толстяк дорогу загородил. Надо подумать. Может быть, есть какой-то путь в обход? Да, точно, скорее всего, здесь. Эй, привет, толстяк. На, держи кукурикуна, потому что он обычно в одном экземпляре везде хранится. Ну и скоро я приду к тебе с курочками. Так, а это спуск от лужа плортов или нет? Нет, я сюда поднялся. Точно. Привет, вар. Привет, вар. Два вара. Ну и фиг с вами. Я хочу посмотреть, что тут за спуск. Куда он ведет? Потому что он не ведет к тому городу, насколько я понял. Да, я здесь, по-моему, даже и не был. А может и был, но пробегал очень быстро. Эй, курочки, ну-ка идите сюда. Кокурикун? Кокурикун мне нужен. Смысл ставить здесь стену, если можно перепрыгнуть? Я не понимаю. Интересно, этот рычаг, он открывает все двери? То есть меняет их местами открытые с закрытыми или только определенные? Так, подождите. Все, я в большом зале, я понял, где я. То есть, в принципе, я сделал большой круг. И здесь больше мне нечего смотреть. Кроме вот этого таинственного спуска вниз, который и закрывается, и открывается одновременно.
То есть я не смогу в него попасть? Подожди-ка. Да, а как мне туда попасть тогда? Давайте попробуем разобраться. Может быть, просто переключить вот этот? Да, получилось. Все оказалось достаточно просто, но бессмысленно, потому что тут еще одна очередная закрытая сокровищница. Ладно, просто пойдем вперед. Так, а вперед тут просто нет прохода, я понял. То есть, по факту, мне только сюда. Ладно, значит, остается только тот Гордо и новый телепорт. Кстати, возле нового телепорта я так и не полазил, не побегал толком. Да, я попробовал, и эти переключатели меняют местами все закрытые двери. То есть открывают закрытые и закрывают открытые. Все достаточно просто, просто знать, где они открываются, где они закрываются, и все. Так, вон еще курочек. Ого, сколько вас тут? Целых 3. Не так уж и много на самом деле, но вот и четвертая. Мне сгодится все. Так, а что это за красная точка там? Наверное, ничего особенного, но меня она привлекает. Так, здесь я немножко уже полазил, но сейчас будем смотреть эту локацию поподробнее. Но для начала пойдемте посмотрим, что это такое. Красное эхо? Тип эхо? Что это значит? И что оно дает? Подожди, каплорты. Эхо частицы света или, может, памяти? Ничего себе. Что-то новенькое. Так, надо почитать по слаймопедии. Не еда для слаймов. Ага, они всего лишь как декор используются. Ну, тоже интересно, но я думал, это какая-то сюжетная вещь. Пусть будет. Только я даже не думал, куда бы прицепить этот декор. Блин, похоже, пока я не изучу новые залежи, мне не дадут закрыть это окошко навязчивое, которое постоянно справа висит. Так, ну, здесь... Ну, хотя да, что-то интересное здесь есть наверху. Давайте попробуем туда долететь. Я даже не знаю, как. Наверное, отсюда получится. Давай, взлетай. О, курочка. Так, ну, здесь... В принципе, ничего интересного на самом-то деле. Может быть, на самом верху что-то есть? Давай. Блин, не дотягивается. Давай. Ну, не хочет, блин. А нет, сокровищница все-таки там есть. Так, что за дорога вниз? И какая-то дорога вперед. Давайте посмотрим внизу. Внизу, по-моему, я прыгал в той серии. Но здесь... Нет, по-моему, даже не был здесь. Привет. Так, а это что у нас? Подожди. Кукрикун. Да, есть. Лимон. Я нашел лимон. Это то, что я искал. Блин, как темно стало, а? Еще один лимон и курешка. Пускай будут. Так, а мы будем изучать местность тут. Ну, здесь пока ничего интересного тоже нету. Ни одного нового вида слаймов нету. Так, там у нас телепорт, то есть я могу еще здесь побегать. Внизу. Внизу у нас какой-то... Что-то есть, в общем. Скорее всего, это выход туда, где я только что был. Где я нашел лимон. Да, совершенно верно. Поэтому возвращаем на место. И поднимаемся наверх. Внизу ничего интересного нет. Так, а там, мне кажется, все-таки что-то интересное есть наверху. Курешки. Уйди. Мне нужны курехи. Так, и что у нас тут наверху? Ну, ничего особенного тоже здесь нет. Телепорт домой. Это мне пригодится потом. Так, и что у нас тут? Я прям на самый верх забираюсь. Внизу ничего интересного. Так, и что же у нас здесь? Еще одна сокровищница. О, там еще синенький огонек. И смотрите, сколько тут куриц. Ладно, так и быть, спущусь сюда. Блин. Что пожертвовать, чтобы взять эту синюю штучку? И я так полагаю, где-то еще есть какие-то другие цвета. Наверное, зеленый, скорее всего. Ладно, начну с того, что просто скормлю этих куриц Гордо. Заберу ту синюю штучку и пройдусь до телепорта, посмотрю, что там интересного есть. Эй, Гордо, ты готов слопать кучу куриц? Так, с этим я не угадал. Да и эти не твои любимые, что же ты любишь? Мне кажется, все. Ладно, пойдем заберем тот синий. Синее эхо, правильно называется. И хочу прогуляться до телепорта. Интересно, где другие цвета находятся?
На всякий случай я взял пару квантовых плортов, потому что мне кажется, как и в той серии, надо будет эти плорты вставить в рот статуям, чтобы что-то случилось. А что случится, я даже не представляю, поэтому пойдемте посмотрим. Так, ну а здесь, в принципе, ничего интересного и нет возле телепорта, поэтому просто пойдем к нему. Так, а нашел я всего одного города на этой локации. Почему-то раньше их было по два, по три, а теперь всего лишь по одному. Может быть, он где-то и есть, только я его не заметил. Давайте попробуем. Так. Эй, опять вы поете. Еще один. Еще один. Еще один. И последний. Ну же, что же произойдет сейчас? Что это? Интересно, куда приведет это место? Или телепорт? Давайте посмотрим. Стеклянная пустыня, дым, огонь и зеркала. Так, а я уже телепортировался? Да, я уже куда-то телепортировался. А, это то самое место, которое на карте отдельно отображено. Нифига себе, оно большое. Так, а что у нас за достижение? Дым, огонь и зеркала. Найти стеклянную пустыню. Блин, интересно. Изучить ее сразу или все-таки вернуться домой? Давайте вернусь домой сначала. Так, подожди, не телепортируй меня, я запутался. Хочу вернуться домой, поставить фазовый лимон, растить и развесить эхо. Наверное, в этой локации я найду новых слаймов. Так, эхо. Куда бы повесить эхо? Даже не знаю. Нет, серьезно, а что декорировать-то можно? Но вообще, это мое основное место, правильно? Если так рассуждать. То есть здесь я по большей части тусуюсь, поэтому, может быть, эхо куда-нибудь сюда и поставим? Давай сюда. Пускай здесь будут. И все? Вы просто так будете висеть? Так, лимон, 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 лимон. Лимон нам надо поставить к квантовым слаймам. Они у нас, по-моему, здесь сидят. Да, вон они. Так, а вы квантово не будете лопать квантовые лимоны? Так, участок земли купить. Сразу же мы его прокачиваем. И... Нифига себе, у меня первый раз денег не осталось. Держите сразу же лимончик, лопайте. И вот оно. Вуаля. Пойду почитаю почту и наберу себе бабла. Фруктовый коктейль. Новое достижение. Надо будет глянуть, что оно значит. Так, вырасти на ферме одновременно три разных фруктовых дерева. То есть, то дерево уже выросло? Что ж, прекрасно. Так, немножко денег я подкопил, поэтому можем что-нибудь прокачать. О, почта, Кейси. Ничего интересного. Может быть, что-то купим сразу? Да, я думаю, куплю цвета. И, блин, мне не хватает для новых игрушек денег. Так, а что за цвета у нас есть? Мейдатрон и Роборейнджер. Ну-ка. Розовый. Нет, я не хочу такой. Роборейнджер. И такой я тоже не хочу. Так, какой у меня стоял? У меня стоял картечь. Пускай он и будет стоять. Пожалуй, самый красивый цвет. Ну а нам, я думаю, пора вернуться к тому телепорту. Видимо, лабораторию все-таки не получится сегодня поизучать. Но я надеюсь, хотя бы взорвем того города. О, старая курица. Прикольно. Первый раз такое вижу. О, привет! Блин, давай, ешь, ешь! Лопай быстрее! Куда ты улетел? Нет! Блин! Я очень редко его вижу, но он постоянно куда-то улетает. Блин, у меня же была целая толпа куриц, а он не стал их есть. Он просто решил утонуть. Балбес. Так, я тут лазил в поисках куриц и простого места перемещения в новую локацию и кое-что увидел. Секундочку. Я, походу, забыл ключик забрать. Офигеть. Вот так вот, ребята. Не такой уж я внимательный, оказывается. Ну, а теперь экстремальный прыжок. Даже не знаю, получится ли у меня долететь до новой локации или нет. Мне очень хотелось попробовать, поэтому... Ну, ни пуха, ни пера мне. Полетели. Черт. Мне кажется, зря я это затеял. Нет, я даже до половины не долечу. Поэтому просто добегу до туда, как и хотел. Но все-таки не зря я сюда забегал, потому что я нашел ключик, который зачем-то оставил. Вот балбес. Я думаю, в этой серии все ограничится тем, что я пройду в новую локацию, и мы посмотрим, что находится там. А лабораторию изучать, я думаю, мы будем в следующей серии. Хотя, по дороге, может, я лопну Горда. И почему-то мне кажется, что Горда здесь не один. Ну, я так предполагаю, что здесь еще один Горда есть, которого, блин, почему-то я не увидел. Хотя не знаю, честно, мне лень на вики лезть. Поэтому, если вы что-то знаете, чего не знаю я, пожалуйста, подскажите.
или поделитесь, или расскажите. А я уже приближаюсь к телепорту. Ну, как и обещал, сначала забежим к Гордо. Так, кто тут кудахчет? Ну что, Гордо, что же в тебе такое, телепорт? Или, может быть, новый ключик? Хотя зачем он мне? Я даже не знаю. Да, ему достаточно того, что я насобирал. Ну? И что же в тебе есть? Ого, сколько слаймов. Или это не слаймы? Блин, целый ворох непонятной фигни. Так, ребята. Да, из него вылетел ключик, только зачем он мне, я не знаю. Пожалуй, соберем. Блин, я потерял сундук. Ёлки. И ничего не приобрел, кроме ключа. Ладно, пойдем посмотрим, что за тем телепортом. Так, а я кое-что нашел. Думаю, стоит поделиться с вами, ребята. Смотрите, тут есть такой куст, в который можно залететь. И здесь есть сокровищница, но ничего больше. Для себя считаю эту находку бесполезной, но может быть кому-то пригодится. Ну что, я думаю, пора. Да, и кстати, смотрите, что я заметил. Я нахожусь сейчас на древних руинах, слева наверху написано. И здесь один из двух ключей собран. То есть наверняка здесь есть еще один Гордо, которого я так и не нашел, а еще 14 сундуков. Наверное, по ним я сделаю отдельный гайд. Так, ну что, настало время приключений. Пойдемте изучать новую локацию. А эта локация у нас называется Стеклянная пустыня. И что же тут интересного? Пока непонятно. Блин, а могу ли я взлететь сразу? Поковыряться здесь за локацией, чтобы увидеть интересное. Но, по-моему, ничего интересного здесь нету. Какой-то непонятный пейзаж. И здесь ничего интересного нету. Ну ладно, полетели вперед. Так, ну тут наверняка есть какие-то новые слаймы, которых надо будет разводить. Пожалуй, возьму себе парочку. Блин, какая она большая, просторная, я имею в виду. А там что-то есть. Как туда залезть? Ха, слишком далеко. Блин, как-то тут пустынно на самом деле. Даже как-то жутковато, никого нету. Вон там что-то светится и мигает. Так, пойду по левой стороне сначала. Я так полагаю, по левой стороне здесь ничего интересного нет. Это что у нас? Это нельзя забрать. Так, а что у нас? Кто у нас тут? Курочки. Обычные курочки. То есть, в принципе, эта локация, как и обычная, ничего необычного нет. Опять тавтология. Так, а что это за... Вас тоже надо подкармливать, интересно. Кто ты? Непонятно. И ничего сделать нельзя. Ладно, пойдем дальше. Эй, привет. Прикольный кактус. Здесь тоже особо ничего интересного нет. В общем-то, действительно, пустыня, ничего особенного. Все как обычно, но... Ого, привет. Это же планета. Дервиш слайм. Куда ты? Ого, смотрите, он руганы пускает. Эй, ты на меня нападаешь? Так, Дервиш слайм вертится и крутится целый день и извивается по ночам. Пожалуй, я нашел друзей квантовым слаймом. Так, еще один цветок. Что с вами делать? Ладно, пока не буду разбираться. Мне надо 10 таких слаймов набрать. Так, пойдемте вперед. Я думаю... Ой, тихо. Я думаю, нам стоит найти открывашку карт. Ого, что это? Сюда можно вообще проходить? Или... Я просто увидел Гордо. Гордого Гордо. Блин, что это за место? Как-то тут жутко. Венок Гордо. Какой-то новый Гордо. Я даже такого слайма еще ни разу не видел. Ладно, пойду туда, где побезопаснее. А то тут вообще марсианский пейзаж. Блин, здесь тоже какая-то жесть. Блин, ребята, мне здесь жутко на самом деле находиться. Так, а сюда тоже что ли надо что-то? Эй, здесь есть какой-нибудь слайм? Юнок слайм, что ли? Ого, что это за место? Что это было только что? Видели, пролетело? Ладно, это просто... Так, это какие-то метеориты, что ли? Ладно, пойдем назад. Вперед меня не пускают. Эй, а тебя можно поймать? А, тихо! Блин, они опасные. Пойдем тогда сюда.
Блин, да где здесь карта? А, вот и ключик. Пожалуй, не зря их собирал. Так, и что же здесь интересного? А здесь меня встречают только курочки. Блин, тут на самом деле тоже ничего интересного нету. От Дербиш Слайма я собрал всего двух. Так, что... Что это за курочки такие? Пестрая курица. Блин, прикольно, красиво смотрится, но пока лети. Я думаю, вы обычное мясо просто для каких-то определенных слаймов, то есть которые любят вас. Да, и где же эта карта наконец-то, в конце концов? Я уже почти до конца дошел в локации, но так и не нашел карту. Так, и что у нас тут? А тут очередная пустыня и ничего интересного. Блин, может попробовать скормить этой штуке курочку, что ли? Я не знаю. Да нет, он не ест ее. Может быть, вода? Тоже нет. Блин, а что же тебе тогда нужно? Да я вижу некоторые статуи, как у той двери. И мне кажется, что их надо подкормить. Может, после этого что-то здесь появится? Но пока здесь ничего интересного на самом деле нет. Ого, нифига себе. Целая статуя квантовых слаймов. Блин, пока непонятно. Какие-то чаши, что-то... Ну, очень непонятное на самом деле. Ладно, пока просто дойду до конца локации, а там будет видно. Я так полагаю, мне в ту сторону. Так, и что тут у нас? Две двери. А в какую из них заходить? Пойду, пожалуй, в ту, которая первая открыта. То есть, в принципе-то они ведут в одну сторону. Так, а что у нас тут? Какой-то целый храм? Интересно. Блин, тут никто на меня не набросится. Что же это за храм такой? Блин, я не понимаю, что это за место. Просто конец карты и все? Но тогда смысл в нем? Или, может быть, мне наверх можно попасть? Ладно, ребята, буду в этом разбираться в следующей серии. Если вы что-то знаете, чего не знаю я, пожалуйста, напишите в комментариях. На этом все. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новую серию. И поддержи меня лайком. Всем пока и до скорого!